десятки тысяч появляется каждый день блогеров в соцсетях, поэтому растет конкуренция от этого. И когда люди начнут приходить к тебе, ко мне, еще к кому-то, из этих 10 тысяч в день будет 2 человека наших. Понимаешь? У них не будет каких-то уникальной школы спец, минуя блогерство, они смогут стать знаменитыми и популярными. Я не про это, я это не отрицаю. Но не все понимают даже... Ну хорошо, у человека есть желание, да? Есть желание его стать этим блогером. Но еще пока нет. Вот как вот у нас. Вот у нас не было, да? Мы пришли нулевые, блядь. У нас есть огромное желание, но нету понимания. И я не хочу, чтобы этот человек шел... Поэтому я тебе говорю, что у меня будет очень похожее обучение. Как начать снимать? Нет, ты, значит, не смотрела внимательно его уроки. Он говорит о том, если ты не знаешь еще, чем ты будешь заниматься, похую, бери камеру в руки, составляй 0,5, снимай все подряд, и таким образом месяц пройдет, 2, полгода, и ты найдешь то, чем ты хочешь заниматься. Но если человек приходит к нам, и он знает уже, он знает, что значит, это следующее, да, значит, это следующее, он точно так же живет и точно так же вкручивает эти продукты к себе в жизнь, модель бизнеса вкручивает, рассказывает об этом, точно так же. И таких людей будет 10 человек, 100 человек, 1000 человек. Ну, конечно, понятно, что из 1000 стартующих, 1000 к финишу не дойдут. Это понятно.